Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Красивая молодая актриса Анастасия Микульщина в один миг узнала, что такое слава. Популярность пришла к ней после выхода на экраны многосерийного фильма «Сонька, золотая ручка», где Настя сыграла главную героиню, легендарную авантюристку. Родина Анастасии – небольшой городок Бендер в Молдавии. Там она родилась в августе 1983 года, выросла и получила образование в теоретическом лицее. Потом вместе с родителями уехала в Санкт-Петербург, где решила учиться на журналиста в Университете экономики и права. Но после первого курса передумала и стала студенткой Государственной академии театрального искусства. В 2006 году после получения диплома произошло судьбоносное знакомство начинающей актрисы с Виктором Мережко. Режиссер выбрал ее для главной роли в картине «Сонька, золотая ручка» более чем из 70 претенденток. Фильм имел у зрителей огромную популярность, и в 2010 году вышло продолжение «Сонька. Продолжение легенды» с Анастасией в главной роли. Также на счету актрисы работы в картинах «Грех», «Литейный 4», «А зори здесь тихие», «Григорий Р.», «Гетеры майора Соколова», «Серебряный бор», «Тот, кто читает мысли», «Менталист». Несколько лет Настя жила в гражданском браке с архитектором Игорем Соловьевым. Для постоянного проживания влюбленные выбрали Крым. Открыли в Ялте небольшой ресторанный бизнес, ведением которого в основном занимался Игорь. Однако дела шли не совсем удачно. К тому же Анастасия часто уезжала на съемки. Соловьеву это не нравилось, и в какой-то момент он продал ресторан, бросил Настю и вернулся в Санкт-Петербург. Микульщина осталась жить в Крыму. Она по-прежнему очень востребована и много снимается в кино. Долгие годы актриса мечтала о большой и счастливой семье, в которой будет как минимум 5 детей. Но журналистам Настя заявляла, что не хочет связывать свою личную жизнь с коллегами по съемочной площадке или сцене. Тем не менее, мужем актрисы в 2020 году стал режиссер Артем Аксененко. Весной 2021 года пара обвенчалась. Теперь Анастасии осталось только дождаться, чтобы сбылись ее мечты в плане детишек. А какие работы Анастасии Микульщиной запомнились вам больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!